Разруха не только в подвалах, она еще и на детских площадках. Наверняка именно так бы сказал герой романа «Собачье сердце», побывав сегодня в Иркутске. Фотографии необычных качелей представим вам в рамках рубрики «Народный корреспондент». Если в мире и существует самое слабое звено, то выглядит оно примерно так. Эта цепь установлена на детских качелях в одном из дворов Иркутска. Несколько лет они исправно служили подрастающему поколению, за что и поплатились. Телезритель, который прислал нам эти фотографии, уверен, час краха конструкции близок. Чтобы не допустить детских травм, качели необходимо срочно отремонтировать. Сделать это должны за счет муниципалитета, ведь большая часть городских детских площадок принадлежит именно администрации города. Если вы стали свидетелем подобного, звоните в рубрику «Народный корреспондент». Она для наблюдательных и неравнодушных к происходящему вокруг.